Триумфальная победа нижегородских баскетболистов над лучшей командой Польши в рамках единой лиги ВТБ. Наши баскетболисты встречались с польской командой «Зеленая гора», которая является пятикратным чемпионом Польши. И победили. Очень довольны. Ну, Шепард сегодня хорошо вообще играет. Как всегда, Бабурин. Как этот, как мы всегда говорим, не знаешь, что делать, отдай Бабурину. Я очень соскучился по баскетболу. Рад вам вернуться. Все ПКНН болеет давным-давно. Очень нравится игра команды. Вперед на Нижний. Впечатление супер, на трибуну гораздо атмосфернее, чем сидя у телевизора. То есть советую всем приходить на матчи за получением новых эмоций и позитивного настроения. Ну, раз все-таки разрешили ходить на игры, то, конечно, нельзя такой возможности упустить, потому что уже как бы за полгода уже заскучали по баскетболу. Ну и вообще, как бы команде нужна поддержка всегда, в любых условиях.